К нескольким годам лишения свободы осудили за кражу и транспортировку нефтепродуктов. По сообщению прокуратуры области, некий Козлов в составе преступной группы с Бурамбаевым занимались хищением нефтепродуктов с трубопровода «Жайык-Мунай». Далее без документов перевозили их в различные регионы Казахстана. Общая стоимость похищенных нефтепродуктов оценена в 42,5 миллионов тенге. Приговором Уральского городского суда Козлову и Бурамбаеву назначено наказание в виде 6 и 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом в доход государства конфискованы 3 автомашины, с помощью которых совершалось хищение нефтепродуктов, а также денежные средства в сумме 8 500 000 тенге, принадлежащие Бурамбаеву, которые ранее были арестованы в ходе главного судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя. Приговор суда не вступил в законную силу.